Нюшане, нюшистые, нюшаки, нюшиноиды, как ни назови, а все это вокалисты из команды Нюши. Рядом с Саней так хорошо берет телефон. Wi-Fi работает. Отскакивает просто от зубов. Я еще вернусь. Молодец. Давай, давай, давай добавим еще. Я вернусь и найду тебя, Нюша. И хочу сказать спасибо всем, тем более Нагиеву, который ведет этот проект. Я ему передам, зайка. Сколько тебе лет, а? 13? Прикинь, 13. Тебе сказать, сколько мне? Чтоб ты со смеху тут, а, каталась. Я уже не говорю про Меладзе. Дмитрий, я не буду отвечать вам сейчас на ваш выпад. Я хочу в поддержку девочек сказать, что я начал в 28 лет. Прикинь, а? 28. Он до 28, знаешь, кем работал? Дворником. Мы? А сейчас посмотри, в 34, красавчик, а? 28, мел, в 34, наставник. Мы сделаем проект. Ты наставник. Нюша здесь корячится. А ты сидишь с этим красным блокнотом, понимаешь, кто пройдет? Нюша Дано, понимаешь? Я тебе обещаю, мы это сделаем. Будешь что-нибудь говорить, а? Вообще ничего не будешь? Давай я за тебя скажу. Спасибо большое, Нюша. С другой стороны, что мне делать в команде человека, который не выиграл ни одного конкурса, а? Ушла, и слава богу! Поскольку природа щедро обделила меня всем, поговорим с наставниками. Я понял, что мне нужно немного взять несколько уроков танцев для того, чтобы красиво я мог тоже танцевать здесь, за этим креслом. Мне ужасно хотелось спуститься в пляс, но я сдерживал себя, потому что... А как вам пойдет белая рубашка, юбочка? О, и вот так. Можешь показать, что это было? А можно еще... Елки зеленые. В мою молодость это назывался регулировщик. Ого! Давайте, девчонки! Да! Мы не поняли, то ли Нюша придала ускорение, то ли что-то там закопала, но... Но это было очень грациозно. Постараемся соответствовать. Наш старичок-оркестровичок готов ли?